К сожалению, сегодня дебют не удался, мы играем сегодня медленно, мы плохо соображаем, мы опаздываем, вот эти вещи, которые, да, и нерешительно, самое главное, что мы играем нерешительно, вот этот дебют. Вторая партия, она нормальная, вполне нормальная, она могла и повернуться в нашу пользу, как говорится, но, тем не менее, и по дебюту, и по третьей партии. Сегодня нету скамейки абсолютно, то есть некого поменять. Там есть дети, которые также выходят и ошибаются. Но это неправильно. Поэтому комплектация – это важнейший фактор команды. Ну, возможно, как это у девушек бывает, чуть-чуть подрасслабились. Как всегда, конечно, это нужно избежать. Нужно всегда держать в голове установки, темп игры. И тогда все будет отлично. Для этого игры нужны, чтобы совершенствоваться и улучшаться в дальнейшем. От соперника много зависит. Как соперник позволяет играть, так мы играем. Но все равно надо обращать на игру своей команды свои элементы чище. Чем чище будем играть, тем будет качество, конечно, лучше. И будет больше возможностей набирать очки и более вариативно играть. I feel so happy and so good because it's my first game in home, but I hope to win more wins in home. It's like good game, they are not so easy, but we try what the coach say. I will do it in the court.